поступила, пригласить понятых. Да, да, да. Кутузамонова. Да. И Бердимуратова. Бердимуратова. То есть не отвечает, недоступен. То есть не его номер, я так понимаю. Во-первых, суд, значит, ходатайство сегодня с утра было заявлено. Можно было немножко пораньше, конечно, чтобы хотя бы обеспечить Арку и Бердимуратова. Но у нас второй понятой есть, их показания. Аналогичный. Аналогичный? Так, они же присутствовали. Нет, ну, в любом случае мы хотели бы выслушать и первого, и второго. Ну, в таком случае вам нужно было заявлять еще до, а даже вчера, чтобы мы смогли дозвониться. А вы сами не пытались? Не, я просто не стал ему звонить, зачем? Как бы он же меня не будет все равно в любом случае слушать. Если я ему скажу, придите там в суд и так далее, он скажет, а вы? Ну, то есть я все равно не знаю, что вы, не знаете, ваша честь, я позвонила, вот. Один не отвечает, а какой-то номер, вот я вообще ничего не знаю, до свидания. То есть, ну, если... несколько номеров, потом по страховой компании, он говорит, тех данных говорит, в отношении, я, говорит, ничего не знаю, не могу предоставить. Нет, если это... Только вот вам, да, я вам, господин, не сказали, вы мне сказали, что вот я сейчас могу приехать. Если суд разрешит, мне обеспечить мерку этого понятого. Я лично сам за ним съезжу и привезу его за ним. Я не думаю, что это проблема, если он там телефон у него... Мы просто вот такими данными располагаем, естественно, их телефонами и дозвонимся и дальше. Хорошо, значит, протокол суд оглашает за номером 488-296. От 27 июня до сейчас.